здравствуйте, друзья. Такой у меня появился объектик бюджетники. Вот тут нужно будет сделать там, провести, сделать электрику. То есть это будет электрика не во всей квартире делаться, только здесь именно, в этой комнате. С таким прицелом, чтобы потом поменять электрику во всем доме. Ну, это со временем. То есть, чтобы ее потом подключить. Тут ремонт будет чисто бюджетный. Все будет сделано по минимуму. Вот здесь будет еще потом, нужно подготовить стены под обои, поменять радиатор, будет здесь металл стоять, вот этот стояк будет обрезаться, вот. Все это, друзья, вы увидите. Друзья, еще такой момент, смотрите, тот мой заказчик просил разобраться с окном, сказал, что не якобы зимой дует, сифонит окно. Вот окно я посмотрел, в общем, окно все нормально, прижимается все резинки, все стоит хорошо, все запенено. Он хотел мне предложить такой вариант, вырвать подоконник, снять откосы, вытащить пену и перепенить по новой, да? Ну, вот я посмотрел, осмотрел все это дело, посмотрел, и оказалось, что здесь совершенно другая причина. Сейчас вы увидите. Вот видите, вот трещинка такая в стене, как вы можете видеть. Казалось бы, трещинка и трещинка, ничего такого. Но проблема в том, что трещина это сквозная, поэтому это как-то как вентиляция, все нормально, а зимой из нее вот сильно дует, и в помещении холодно. Будем эту проблему решать. Вообще лучше все было бы, конечно, это промешать снаружи, да, разбить, запенить, это заделать. Я как бы не альпинист, поэтому будем проблему решать изнутри помещения. Вот так разбил уже трещину эту. Вот, надо теперь ее будет запенить. Такие вот прямо высыпались куски. Такой вариантик запенили. Теперь надо замазать месью штукатурной и все. Все. В дальнейшем, если будет сифонить, придется обращаться в управляющую компанию, чтобы этим занимались. Промышленные альпинисты с той стороны залазили, спускались, разбивали эту щель, не знаю, что с ней делали. Но вообще это нездоровая фигня, когда дом трескается, несущие стены. Простой довольно-таки ремонтик в нашем помещении здесь вышел. Вот так все просто. Как вы видите. Самую такую, наверное, фишку здесь так у вас. Самое, наверное, интересное, что мне здесь больше всего нравится, это именно вот такая вот фотообои на этой стеночке. Такие довольно-таки неплохого качества. Такая люстра, потолок. Заказчик решил сделать такую диодную ленту вдоль стены. Радиаторная батарея новая. За ним старый железный. Thank you.
Даже не верится, что здесь была старая облупленная квартира. Трансформатор будет за шторами спрятан. В углах будут висеть колонки от системы 5.1. Такой вот котик.